Привет, друзья! Я сейчас нахожусь в Милане. Вот такая главная площадь Марии Маченки. Вот такой вот очень красивый собор, костёл. Ребята, вообще это такое счастье путешествовать. Только уже городов посетили. Завтра летим на Мальту. И хочу вас всех пригласить на встречу 20 июня, которая будет проходить в Ростове, где вы узнаете, как именно можно так вот выгодно путешествовать и при этом оставаться с деньгами. Обязательно 20 июня в 19 часов вечера, ничего не планируйте, приглашаю вас заранее. Это будет в центре города, место вам сообщу и буду очень рада вас видеть. Скажите «да». Я не могу.